А техника проезжала по мало. По брусчатке проезжала. Там часть брусчатки, она уже вся в трещинах. То есть человек физически не смог бы плитку раздавить. А вот на этой дороге... Ну, мы там... потом возили это, груды. Ну, я предупреждал всех, когда, и рабочих здесь предупреждал. Честно говоря, помнишь, что говорю? Уложили брусчатку, да, она не способна, у нее нет несущей способности. Изначально нужно было подход маленький, как говорится, был нарушен. Этапы работы, да. Надо было сделать вывеску, надо было завести черноземом, потом уложить дорожки. У нас получилось какое-то маленько по-другому, потому что русал на чернозем подключился на чуть позднее. Ну, тем не менее, надо было хотя бы их не такими вскрывали, машинами. Получается, хотя бы одно КАМАЗами делается, другое ломается. Никакими КАМАЗами не заходили. Мы заходили, опыт приходит во время. Погрузками, вот завозилось. То есть, если в рамках благотворительности... Вы же видите, завозилось на дорогу со стороны третьего микрорайона. Это определенные риски, которые брал подрядчику. И так уже не пускали, как КАМАЗы-то сюда не...